Финама один из старейших и крупнейших венчурных инвесторов в России. Первую сделку мы сделали в 2004 году. Это была покупка компании «Бегун». Мы купили 100%. Эта сделка окупилась уже в первый год только дивидендами. Потом было несколько небольших сделок. В 2005 году мы приобрели компанию «Мамба». Эта сделка окупилась через полгода за счет продажи миноритарного пакета, хотя мы сохранили контроль. То есть, как инвестор, мы вполне успешны. Сейчас наша портфельная компания – это не только Россия, это Юго-Восточная Азия. Они действуют в Китае, Таиланде, Индии, Вьетнаме. Мы активно инвестируем в компании США, причем это разные компании, от небольших стартапов до достаточно крупных компаний, которые уже торгуются на бирже, привели IPO. Например, мы являемся акционером Lending Club, вошли туда до размещения. И несмотря на то, что по разным причинам акции на бирже несколько просели, мы по этой сделке находимся в хорошем плюсе. Всего за свою историю мы инвестировали в 52 портфельные компании. Наш текущий портфель оценивается в 1,2 миллиарда долларов. То есть все, что касается венчурного инвестирования и стартапов, нам близко и интересно. Понятно. Плюс сам Финам всегда был технологичной компанией. Мы, наверное, не столько брокеры, сколько компания сферы технологий. Внедрение новых технологий, как бизнес-технологий, так и именно технологий финансовых, собственно, основа нашего успеха. И вот у нас из 1000 сотрудников компании порядка 220 – это айтишники-разработчики. То есть, на самом деле, мы по целому ряду критериев можем, наверное, IT-компанией считаться. Так что тема нам близка, и мы были, я был рад, нас пригласили на стартап-шоу. То место – уникальный проект в экосистеме российского венчурного бизнеса, где собираются лучшие, наиболее интересные стартапы, где есть возможность с ними пообщаться, наверное, помочь и советом, и добрым словом. Еще призы от нас будут тоже пригодятся. Так что я думаю, каждый стартапер, который хочет приобщиться к опыту Финама, участие в венчурных сделках, должен прийти 22 сентября в Сохо. Я буду рад вас там видеть.